Литька здесь не найти. Поклонники Филиппа Киркорова раскупили все задолго до юбилея. Мы его очень любим. Уже 30 лет. Ура! 4 аншлага в Кремле и еще 3 в петербургском концертном зале «Октябрьский», из которого артист и начал отмечать свое 55-летие. Именно в этом зале ровно 30 лет назад молодой певец Киркоров дал свои первые сольные концерты. Это потрясающее место, которое настолько меня всегда заряжает и счастливое для меня. В музее Киркорова до сих пор хранится костюм, в котором снялся в клипе «Атлантида». Простая голубая рубашка, конечно, не сравнится с сегодняшними шикарными нарядами. 27 дизайнерских костюмов сменяет Филипп во время юбилейного вечера. Даже у Шер меньше. Получилось «Мьюзик Фэшн Шоу». Такого частого калейдоскопа и смены образов, как в этом шоу, я еще не делал никогда. Если я это не сделаю сейчас, в 60, я уже вряд ли потяну вот эти скоростные переодевания, тем более концерт у меня идет живьем. Некоторые наряды весят по 25 килограммов, а на переодевание всего несколько секунд. Здесь Формула-1 происходит. Каждый знает правое колесо, левое, переднее, заднее. У каждого своя роль. То низ, то вверх, то середину. Тяжелая корона? Да, довольно-таки тяжелая, поэтому у нас носят ее только парни. Но при зрителях большой артист и вида не подаст, что ему тяжело. Я помню, мы встретились, он был в каком-то костюме из питона. Я говорю ему, как так? Ну ты же, тебе же тяжело. Говорю, сними, переодень это, я чувствую, тебе неудобно. Он мне говорит, лопни, но держи фасон. А перед выходом на сцену еще и подбадривает шоу-балет. Идите сюда, птички! Птички! Птички, курочки! Хоть и такая дата, как бы, но у меня не ассоциируется, что ему 55. В душе он ребенок, у которого бывает качели в настроении. Как красиво, как красиво. Вау! Все детали номеров на репетициях пройдены 100-кратно, а перфекционист Киркоров вносит все новые коррективы. Стали красиво тут финал. Так что получилось чистое золото. Программа называется 55 Gold. Gold – золото, да? Но золото, для меня золото – это не деньги, это не слитки. Это мои песни. Хотел спеть 55 песен к 55-летию, но в программу поместилось чуть больше 30 золотых хитов. Но это не точно. Самое интересное на концертах Филиппа Киркорова происходит уже после основной программы, когда начинаются бисы. Иногда их количество переваливает за двузначную цифру. И вы видите, что сейчас весь зал стоит, ни одного занятого кресла. Это какая-то большая дискотека для взрослых и детей. Скажи мне.